сегодняшнем судебном заседании мы допрашивали, продолжили допрос секретного свидетеля, так называемого. Адвокаты ходатайствовали о раскрытии его личности, потому что по закону не было никаких оснований секретить этого свидетеля. Я высказал свое мнение, также сказал, что мы абсолютно уверены, защита абсолютно уверена, что это секретный агент, то есть агент государства, агент ФСБ, и на самом деле его скрывают не из-за того, что он там чего-то опасается, а просто из-за того, что он работает на ФСБ и полностью зависим от этой федеральной службы безопасности, тем более, что наши подзащитные узнали, кто скрывается под этой личиной, так скажем, и после этого последовали вопросы. Суд, конечно же, отказал нам в рассекречивании данных этого свидетеля. Вот, мы задавали вопросы, в частности, я задал вопросы, вот, касающиеся того, писал ли этот секретный свидетель какие-то заявления о преступлении, о покушении на его жизнь правоохранительные органы, дабы выяснить, было ли действительно основание скрывать его личность и опасаться за его жизнь и здоровье. Суд снял эти вопросы. У меня были вопросы касаемо того, знает ли свидетель что-либо о деятельности, связанной там с насильственным какими-то деятельностью, взрывами, поджогами, захватом заложников. Суд также снял все эти вопросы, посчитав их абсолютно беспредметными и так далее. Фархот нуждается в срочной медицинской помощи. В срочной медицинской помощи. На сегодняшнем судебном заседании он как бы отсидел, говорит, такая далекая боль есть, у него серьезное там заболевание, и которое нужно воспаление немедленно вот лечить. Я тоже был там на этом суде, видел все это, слышал. Сплошная ложь. Передаю всем огромный привет. Селям большой, с праздниками поздравляют будущими, сегодняшними. Всем здоровья, всего самого наилучшего желают ребята и благодарны многократно, что мы сегодня здесь рядом с ними.